Здравствуй, любимый зритель, ты слышишь Алексея Халецкого, и это продолжение FFA сериала Sid Meier's Civilization 6, в котором я играю за Персию. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка на нее появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше начинать смотреть сначала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Достаточно довольства начинается. Ну, тебе нормально, чёрт. Ну, стеночка падает. Надо бы вот этих. Кто-то Лиссабон перекупил. Там еще есть Лиссабон? Да. Он на втором тайле от границы карты. Лиссабон буду кидать, мне деньги будут нужны. Хотя, конечно, хотелось бы в научную ГГшку. А, у меня еще один остался, тогда давайте в Женеву. Так, ребят, Женеву и Стокгольм кто-нибудь собирается сносить, чтобы не пропали послы? Признайтесь, Женева, Стокгольм, ну? Женева моя. Ну, ты ее собираешь? Кто-нибудь собирается ее сносить, нет? Оглушительное молчание. Кстати, воинс, нам как раз и надо будет с тобой мир заключить, потому что иначе ты бонус Женевы не получаешь. Он же сузерен. Ну, так бонус Женевы же он не получает. Ну, плюс 15%, если не ведешь войну. Да, да, да. Так, 95, а в Тарсе, наверное, столько же, да. Виктус, так ты Вавилон пошел сносить, да? Угу. Ты уверен, что тебе это надо? Послов-то ты ведь уже закинул. Поздно же. Ну что, поздно? Скажи, Винник-то ни одного не убил. А сейчас убьет, там даже стен нет. Изи как. Ну да, Вавилон что не радует. Смотри, я расстроюсь, но не сильно. Вот ты его сейчас так останавливаешь, серьезно. Ну, просто он же тоже, как это сказать, что-то имеется там. Алексей, я тебе послал союз, Алексей. Культурный союз с греком заключать, я думаю. Сколько тут ходов? 8. Очков у меня 4.
Алексей, друг мой, союз тебе послал. Не хочешь союз? Ну, тут один какой-то союз надо, либо с тобой, либо с греком. Время задуматься. Алексей. Да, Инвиктус, это именно это значит. Я уже мысленно с тобой прощаюсь. Уже нужен, да? Ну, я не могу тут сейчас заключать, ну, тем более союз или дружбу какую-то. У меня осталось 8 ходов до выхода. Алексей, давай же дружно. Ну давай, я ж не нападаю на тебя сейчас. Так, хотя бы дружбу прими. Не, я не буду принимать дружбу. Строй армию. Мне не нравится, вы сидите, никому не мешаете ничего. Строите домик, Инвиктус. Иди на голландца напади, снеси какую-нибудь ГГшку. Я что навел он? Я всю армию увел. Ну я не нападаю на тебя, Инвиктус. Как хорошо, видишь, у нас хорошо. Закончилась дружба этим ходом. Я на тебя напал? Нет. Нет, кумаса. Мы тебя любили. На самом деле, это можно было сделать тремя лошадьми на 30-м ходу. Что, все? Нет, следующим ходом. Разве что она аптит мушкетеры, но все равно тут сильно много. Вот еще и прокачанные будут эти арта. Тут надо будет, наверное, камень убирать и тут делать театральные площади в будущем. Ребзи, подскажите, где мне набрать 4 очка эпохи сейчас в ближайшее время? Лодочка. У меня лодочки уже есть, я ж плаваю, все, исследую. Город 15, город 10. Не, 10 уже есть, 15 это хорошая идея. А что, 4 даст? То есть только первый, 4. Наверное. Не 4, 3. Еще что-то надо придумать. Ну, там великий мушкетёр, человек, предположим. Да. Мушкетер еще даст очки. За селитру. Чудо какое-то. Там остались, по-моему, фуфлы чудеса. А нет, все построены уже. Ну что, форос есть, могу форос построить. А. Колосс могу построить, что-то я забил. Ну, видишь, это уже 6 очков. Леша, ты чего? Да что-то паника. Не тот. Да блин, ты меня заразил просто, понимаешь, играешь с тобой постоянно, и вот начинаешь стерять тоже скилл, блин, что-то не то. Не я, это Инвиктус, ты просто возле Инвиктуса живешь. Что так ты такой? Ты все меньше и меньше нравишься Инвиктусу, Эдуард. Так и может я специально, чтобы он пришел сквозь голландца, как лазер прорезал его, захватил меня и убил. Слишком долго они строятся. А то еще, как победил в игре, будете знать. Инвиктус, ты пропустил ученого вообще-то. Должно? Найми ученого, еще в прошлом ходу должен был нанимать. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, Халецкий. Я обратил внимание. Германия, потрать деньги срочно.
Ну, или грец. То есть ты готов греку или немцу отдать этого ученого, но не мне? Ну, я хочу, чтобы ты потратил денег на него тоже. Ну, ты же тоже можешь потратить деньги. 12 монет, как я могу, 400, Леша. Как я могу на него 400. Потратить деньги, если кто-то на него потратит деньги? Ты можешь первые 400 монет потратить. Я предлагаю немцу тогда тратить деньги, если ему надо. Были бы у меня деньги. Воу, что за звук был? Вавилон? Только не забудь сломать, а то сейчас может выскочить этот триггер. И мы с американцем пойдем на тебя. Так, ну вот 5 городов. Браво, китайцы, браво. Я так понимаю. А он еще где-то поставил 6. Вполне нормально захватываются. На кого? Вот на него. А вот Лунси стоит. Я кроме твоих тут никого не вижу. Голландец есть, еще можно убить. Чеченицы тут. О, давайте чеченицу построим. Может, вот Ботания она лучше была бы. Мне на самом деле, Качечка, надо тебя встретить. Вот и все. Я тогда. Вот у меня будет 4 очка. Че-то я не догнал. О, еще и чудеса. А, ну все, я набрал. Вы в курсе, что Килиманджаро у... Живая, у Качечки? У меня много чего интересного. А что тут, ну, что у тебя все плохо тогда? Да все плохо, или что хорошо? Знаешь, все плохо, Леша, на самом деле. Тут проплыви дальше и поубивай, пожалуйста, галеры, я не могу гавать по страху. Хорошо, сколько ты мне заплатишь за это? Я дал тебе 3 очка, я думаю, это достойно. Я сам я себе взял. Я могу отдать тебе все свои деньги, что у меня сейчас есть. Ну, я думаю, то есть у тебя там 9 монет или сколько? 75? Ну, почему нет? Что я буду отказываться? Тут 3 квадрирема. Доблестный каппер на службе ее величества. Блин, мне бы надо еще катапульт поднастроить на самом деле, опять же. И как-то, не знаю, в бомбарды как-то выйти. Потому что просто всадниками будет грустно. То одна наука, 72. Ну, всадников я точно раньше Инвиктуса выйду. Другое дело, что он... Не, надо Инвиктуса забирать. Вот так вот. Грек, хочешь денег? Ты там далеко? Я? Нет. Ну, ты не хочешь освободить к массе? Какие друзья? Ну я же спрашиваю, ты не хочешь денег? Тебе вылезло сейчас цель. Да, не вылезло, я хочу денег, но как освободить я не представляю. А, понятно. Ну ладно, отказ тогда. Ну я на самом деле думаю, потому что. Фиговый, если бы давала на мощь плюс 3, то можно было бы попробовать. Не, но во время вообще же ничего не дает. Нет, там есть. Давайте попробуем. Этот. Шанхай. Это время, что дают плюс 3 мощи, надо, знаешь, что-то. Перлюстрировать почту, во-вторых, попробовать. Ладно, отказ тогда. Отказ. У меня аж пантеон на эти налоги.
75 золота, да, Леша? Следующим ходом дам. То я потратил уже. Что, ты мне границы откроешь? Конечно. Давай. Держи. Я не знаю, где они там, я просто даже не стал их искать. Но их трое было. Их обрели. Кстати, я сверху можешь еще сделать. Кого там потеряли? Блин, да чё вы тут все в чудесах-то обмазаны? Тут на этой половине карты, кстати, Грек. Ну, Грек, конечно, ступил своим чудом, у Грека тоже офигительное, я имею в виду Перикла. У него тоже тут офигительное чудо, но он просто не может рядом с ним город поставить, вот и все. А эти тут просто обмазываются чудесами. А мне, Лёш, это безвыходная ситуация так-то была. Так, Фантом, я тут просто плаваю, я не буду ничего нападать, не беспокойся. Да, пожалуйста, пожалуйста. Тут с этим могу даже сказать, что проплыв в одну клетку имеется вполне. И там есть что найти. Неужели, Лёша, ты просто хочешь пройти? Нет, я там могу и без его разрешения пройти. Так, у меня 5 ходов до кавалерии. Мне надо будет в этот момент взять... Давайте начнем гуманизм открывать. Мне надо за один ход будет дипломатическую службу открыть. Запретный город, здорово. Ну и тут для меня запретный город строить. Это здорово. Так он построил стены. Ну, конечно, тяжело будет. Качка, ты издеваешься? А, одно золото? Где 75 монет? Все, я поплыл отсюда. Все, до свидания. Делайте работу, Стас. Сделайте работу. Я не буду ничего делать. Азаза. Нафиг надо. О-о-о. Ты говорит, человек, у меня есть 75 монет, я тебе заплачу. Через два хода у него одна монета. Говорит, я тебе точно заплачу. Я отвечаю. Слово пацана. К этой пропитой тетке, которая за Францию играет. Не очень пропита, так слегка. Смотри, ты у меня война? Нет, да, война. Ну что, сейчас будем вас по науке догонять? Да как у вас мало науки? 3 научные ГГшки, и у вас нету 200. Ну что это? Ты на кого наезжаешь? Ладно, Халецкий их не видит. Нет, я их уже Халецкий увидел, их видит, я их вот... увидел, но у меня пока война с ними. А, нет, уже 2 осталось. Но все равно с 2 научных ГГшек это просто. Ну, там Бабилон подрезали. Хорошо, Женева, Стокгольм никуда не делись.
Они же не было американцев, к нему все вопросы. Он не воюет, там должно быть 200 науки. 200! Я думал, я проиграл. Вот у меня сейчас 68 науки. Думаю, там у пацанов по 200. Глянул, о, не все так плохо. Давай спросим, американец, где наука? Блин, это моя четвертая или пятая игра по сети. О, строишь ромашки, получаешь компуса плюс 3, ставишь карточки. Вот, вот сейчас у тебя должна стоять карта на соседство кампуса, соседство центра коммерции. Если ты правильно взял устремление. И 200 науки. Пока не уверен. Окей. Я примерно понимаю, что делать, но пока не знаю, что делать. Жаль, жаль. Так что у меня не так уж все хорошо. Слышу, как можно сказать. Да, я, пожалуй, поменяю, потому что я как-то строителей сейчас не делаю. А вот деньги от центра коммерции нормально сейчас пойдут. Классная, у меня 2 люкса. У Маси хорошо, нам модол прекрасно. А про третью вы знаете? Что есть еще третья ГГшка культурная? Я знаю, что есть. Там далеко-далеко, там есть земля. Ты не поверишь, там столько снега. Ты, Алексей, не хочешь освободить Вавилон? Ты знаешь, это знаешь? Хорошая тема. Я принимаю. А ты? Грек. Я принимаю. Грек. Вообще без вопросов. Бедняга Инвиктус. Просто киданули пацана, говорит, убей Вавилон. Я не говорил ему убивать Вавилон. Я ему тебе подсказал. А чё б тебе не забрать, спрашиваю, почему я забрал. Не вижу в этом проблемы, если честно. Ты просто жестокий. Блин, у меня тогда не получится через казус Белли ему войну объявить, да? Это же не считается. А, стоп, да, так я тогда отказываюсь, действительно, стоп. А можно сначала принять? Да, да. Зачем вам война через казус Белли? Ну у меня на это. У меня не через казус Белли, у меня надо внезапно объявлять. Я понял. Так ты тогда денег не получишь, смысл? Ну как ты лучше? Как ты думаешь, что лучше? Иметь плюс 2 очка перемещения? Или деньги, блин, 800 монет еще неизвестно когда? 800 монет еще не факт, что получится. Получится. То есть ты открываешь, смотришь. Ну, и... Еще и плюс 5 лояльность в ход захваченных городах. Не, мне надо. Знаете, как, кстати, моя эта способность называется? Плюс 2 очка перемещения за вот это вот. Она называется падение Вавилона. Сильно. Совпадение? Нет, падение. Ну, совпадение это или не падение? Совпадение? Я слышу, что падение. А другое имею в виду. Падение.
Меня решили распить, ребят. Что, и грек еще идет? Не, ну грек, ну ты ж не гоплитами ж, наверное, будешь нападать, я надеюсь. Так нет, пока. Думаю. А, ну там по своему грек. Ну ты-то фантом, наверное, вряд ли нам поможешь, правда? Я могу прислать корпус рыцарей. Вообще не обломлюсь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Только там как бы места узкие. 12. А просто он будет ли дефать, он вывел. Короче, что-то мне страшно, я начинаю осознавать все свои ошибки по поводу редких высказываний в сторону симпатяшки Голландии. Нет, так как. Зачем ему дефать Вавилон, если на него нападают с другой стороны? Он не будет Вавилон дефать. Просто освободите его, и пусть он его еще раз захватит, а потом вы снова получите деньги. Так вы мне скажите, ты, Алексей, освободишь Вавилон? Или ты там будешь... Я кризисный союз не принимаю, потому что мне надо объявлять внезапную войну. Но я войну Китаю точно объявлю. А по поводу освобождения Вавилона я не обещаю. Потому что Вавилон на другом конце Китая от меня. Я думаю, вот грек может освободить, наверное. Если он нападет. Я рыцарями туда поеду, не боюсь ни разу. А белая есть кибешка? Вообще ни одной. Так, а, Качечка, да, ты мне будешь давать 75 монет или нет? Да, да, я же копил их, я же их копил. Это очень трудно для меня. А ты че не убил? Сейчас, да. Я без денег держать. Ничего не буду делать. Ты кто у нас, Голландия? Да, да, давай голландцу 75 монет. Держи. О, зачем тебе мои 75 монет? О, грек уже в корпусах. Держи. Следующим ходом. После грабитель. Мир будет. Еще какой. Побольше катапульт сделаем. Так, и один ход, вот дипломатическую службу открываем и меняю карточки на ап. Артём, давай ты не будешь навоевать. Почему? Ну, тогда неинтересно будет. Так я хоть повою с Халецким. Так а мне просто делать нечего. Убей кого-то. Не, давай, там все прошло. В союзе, а смотри, слева у меня там как бы есть места, но как бы они... Без рек, без ничего, как бы без промки, вообще не резон. Против двоих у меня нет шансов, как бы я с Хрисом повоевал бы. Почему мне союз этот emergency не принялся? Не знаю. Вопрос, который меня очень беспокоит. Так, по городам пройдемся, что у нас тут с развитием.
Рост. Пускай пока рост будет. И... Просто если он не принялся, мне вавилон идти освобождать. Ну да, если не принялся, да, все. Так, себе. Нет, так я понимаю, что нам бы было написано, что кризисный союз против Китая. Да. А так нам даже не написало ничего. Вот так вот, Виктус. Баги игры спасли твою жопу. Ну, я в мушкетерах, у меня, в принципе, 70 в городе. Пойдут. А кто сейчас не в мушкетерах? Нам надо два арбалета. И идем теперь в бомбарды. Оружейная нужна где-нибудь. Следующим ходом новая эпоха, да. Я просто не хочу кругосветку делать. Пока. Мне посла еще одного получить пока нигде. Кто еще в соседях у Халецкого, кроме Инвиктуса? Грек. Который последний везде. По науке, вернее, по науке последний. Ну, знаешь, у первого и последнего разница в одно очко. Ну, да, 124 науки вход. И всего
То есть он просто по другим техам шел? Он просто вверх пошел. Просто кликнул с кликом и не идет по ускорениям. У Грека все нормально. Окей, я просто не вижу его. Да я даже не сказал, что это прям сильно отстает. Один момент вообще была там разница в 10 очков. Я сильно отстаю. Кто-то уже что-то меня тырит. Так, реформа денежного обращения, наверное. А, Грек, убери своего скаута около китайских городов. Так, а мне некуда, только если вот напасть. Ну, на воду спусти, или ты не умеешь плавать? Не, у меня не открыто. Центр города обстрелял. Ну, а мунлайт там каким боком? Вот понабежал это изерга. Мунлайт объявил... А, это потому что в союзе с Китаем он. Понятно. Грек, ты лучше Пекин атакуй, потому что Шанхай-то я беру. Ну, хотя да, тут тебе надо снять, ну... Как хочешь вообще. Ну что, ты наговорил на меня все? Я на тебя не наговаривал, я наговаривал на голландца. Ну, Invictus, тут, к сожалению, мне реально негде селиться просто. Вот у меня стоят вот эти шесть гор... Ну, я не знаю, ты видишь мою территорию, нет? Америка! Америка. Так, а где это? А, Америка? Короче, смотрите, Халецкий сейчас потихоньку доедает зелененького друга, и там могут быть проблемы, вы следите тоже за этим. Да,
Когда у тебя военный союз? Слушай, Грек, встань хотя бы на мою территорию скаутом. Грек, слышишь? Надо убрать быстро. Чё-то Шанхай быстро упал. Чё, Лёш, на Сиане идёшь, да, сейчас? Ну да, я на Сиане, тебе я рекомендую на Пекин идти. Я Виктора убрал. Ладно, не важно. Блин, а чё, формальная война, это не считается как сборье? Нет. Вот это поставь. Так, куда я тут хотел? Какую-то бегачку. Качечка, Луинс, Антон, Жорж, давайте. Так больно тогда. Повышу. Это уникальное. Два эти греческие греки. Что у вас там городов нету, что ли? Что ты хочешь? Охренеть, а чего у тебя так мало науки? Амера тоже. По 9 городов науки просто. И у Лёши до хрена. А, не, он захватил один, 7 был, да? Просто мало науки. Сколько компусов, столько науки. Может, имеет смысл. Ой, блин, а у меня до сих пор это не... Построить вместо посева. Не поменено. Нет, следующим ходом не забыть. Ну, не знаю, если вы в 9 идете, то надо тогда в эту идти. Там, где халявного рабочего дают. Выбрали эту штуку? Нет. Знаете, как там замечательно лес рубится? С Магнусом один лес, один посел. Щепки летят. Да. Да нам вот так нормально. Ну как-то. Сейчас у Халевского 130, сейчас будет еще больше. Я думаю, Инвиктус кампуса построил. Нет, Инвитус ничего не построил. Ни запретный город, ни оракул. Оракул зря он не построил. Все, все Халецкому подготовил. Как ты просил, Качка, и оракул, нет, и запретный город. Нет, запретный и город. В каждом городе... Тише. Запретный город греку уйдет. И кампусы в каждом городе он построил. Все для моего друга. А чё ж ты тогда армию не построил? Кампус только в Гуанчжоу я вижу, и в Вавилоне. А
диктует поверье, что в кампусе это классно. Кто это у нас тут такой торговец пропускает? Кто это? Америка? Греция? Не знаю. Кто из вас первый? Мне кнопка доступна. Нажимай. Значит, твой торговец. Но у него очков больше. И что? Да, кто хост? Ну, в смысле, не хост, кто выше в этом, в лобби. У меня тоже такое было, когда хостил, там реально чувак и первый выходил. Ну, мне кажется, это не совсем правильно. Мне кажется, именно должны давать, у кого больше очков. Но дают, кто выше в лобби. Так что бери. Не очень-то и хотелось, знаете ли. Давайте, давайте. Кто быстрее кликнет? Так, кто это был? Хорош, хорош. Так я как раз просто сидел, смотрел на очки. Обставил. Народ, как общая карта делается? Второй уровень военного союза. Или Кри. Да, конечно, с этими дополнительными очками передвижения у персов. Я тут летаю даже без дорог. Это же прекрасно. Да. Виктор, что ты там в коммерческом районе строишь? Чтобы нам побольше зданий досталось. Я же добрый, я все для людей. Это вы злые. Зато тебе не надо приходить на доигру. Перебросил, видите, да, есть, вот есть, на ту сторону, на ту сторону. Я опять на хлеб понадеялся, думал, у меня товарищ, он мне, как всегда, в спину бьет. Тебе любой в какую спину? Ну, Инвиктус, ну в какую спину? Ну у тебя же тут уже армия стояла. Ну я думал, что будем дружить. Ну я не, ну нельзя в шестой циви дружить с шестью городами. Ну, там кто-то другой кого-то вынесет, и что мне, сидеть 6 часов, ждать, пока кто-то другой победит? У меня наш кампуса на плюс 3 забрал, на плюс 2 и плюс 4. Да? Освещение один ход.
Может, лодочка умрет, убегай. Блин, я там просто воюю, забыл уже про нее. Ну, Вайт, ты решил не продлевать? Какие-то вы плохие наемники, работа не сделана. А ты можешь где-нибудь клетку купить, чтобы я стоял и лечился? Ну, ты можешь гавань стоять лечиться. Так там же меня будут обстреливать. Я тогда точно сдохну. Нет, только... Ну вообще как, я там вообще-то двух убил. Ну, плохую работу. Просто сейчас последняя гавань может сломать. Если бы я играл в России, я бы вообще ничего не говорил. Ни слова за такой подарок. Тоже к Пекину относится? Нет, это Сиань. Это не будем нравиться. Вернем скаута домой. А будем плаваться. И еще вопрос, почему Грек побежал сюда на Голландию? О, ты что, дурной, что ли? Голландия воюет с кем-то. Прикольно. А за что тебе? Я не могу на это закрыть глаза тоже. Она в союзе. В союзе с Китаем. Поэтому с голландцем война. Кто там иду на Вавилон. Может. Я тоже не против кусочек от Голландии откушать. Нет, только не корпуса. Только не корпуса. Ладно, я вообще не понимаю, что происходит тут. Короче, все пытаются рвать себе кусочек, заключив какие-то временные союзы. Я не понимаю, почему ты еще немцы до сих пор не собрал. Да. Представляешь, что он отказался от союза со мной? Чё он там думает, я вообще не понимаю. Это не мое дело. Not my fucking business. О, да, вообще, да. Так, признавайтесь, кто вот это вот, когда я говорю? Кто в колонках? Ну ты посмотри, ну поговори. Нет. Вот когда я говорю, и кто-то хочет тоже что-то сказать, вот тогда. Я понимаю. Контрол нажимаю. Ты все еще не поставил себе. Не, оверлей. Я все понял. А он... Я поставил. Я просто не обратил внимания. Он не отображается в ОБС. Так я вижу. Надо будет обратить внимание. Лесопилку не построил, блин. До сих пор. Это интересно. Что, опять торговцы не берут? Китаец, возьми торговца. Или Франция. Ну, я возьму. Блин, я хотел там. А, титул, так титул. Значит,
Этого надо вести караваном, наверное. Так, я там хотел рабочего купить. Вот только где? Не успел, наверное. Да ладно, неужели не берет? На науку еще ставим. И купил я тут. Строителя надо купить. И тут вот... А, стоп, вот у меня парень лесопилку делает. Бомбарды больно бьют. На этом пока все, продолжение будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца, я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!